Вот смотри, мы работали что? Сейчас немножко освежим и дальше пойдем. Вот я прошел ногу, он держит оверхук, чтобы я за спину не зашел. И с чего мы начинали? Я вот эту ногу за пятку хватаю, начинаю ее затягивать, захожу, забираю здесь оверхук, прихватываю его пояс. И ногу контролирую обязательно. Эту руку в упор, головой начинаю немножко его осанку ломать. Ногу вытягиваю назад и выдергиваю сюда, бам, падаем. Да? Ноги выпрямил, накрыл вот здесь и обошел. Уже пошел на позицию. Еще разочек. Давай сюда. За пяточку прям начинаю тащить. Обошел. Ногу важно контролировать вот здесь. Это очень важно. В упор. Головой начинаю его немного сбивать туда. Раз ногу. И на себя его выдернул. Раз. Два. Прошел. Это было базовое, да, движение первое. Его можно повторить. Второй момент был, он основывался как раз на этом движении, то есть я начинаю пятку тащить в эту сторону, он реагирует, начинает ее прятать, да, чтобы я ее туда не выдернул. Я работаю уже от обратного, то есть начинаю ее тащить, он начинает прятать, и я тогда меняю руки, у меня был вот этот захват, руки меняю, хватаю прямо за пятку его, ногу выставляю и голову чуть-чуть повыше в район груди, чтобы я его осанку сломал назад. И ногу важно выпрямить, да? То есть я не просто его толкаю, а два движения. Толкаю головой и ногу выпрямляю. Вот сюда. Раз. Когда я его выдернул уже, когда соперник упал, мне нужно обязательно обойти гард таким образом, чтобы он колено не согнул. Поэтому я захожу вот сюда, под бедро и захожу уже, закрываю таз. Можно сюда, еще разом. То есть... Пытаемся сделать первое движение, начинаю заходить в эту сторону, он ногу начинает прятать, раз, ногу свою в упор, это тоже важно. Начинаю выдергивать, раз, головой толкаю и захожу вот сюда. Вот, обошел. Это второй вариант. Третий вариант. Если он не то не дает выполнить, такое бывает, когда очень плотно стоят на ногах, да, базу держит, можно его затянуть в халгард. И у вас будет преимущество, потому что у вас уже андерхук будет. Что мы делаем с вами? Вот такое движение. То есть ни туда, ни сюда не пошло. Я снова блокирую его ногу, подсаживаюсь вот сюда. Видите, какое движение? Как на разминочке вот это движение делаем. Вот сюда подсели. Раз. И обшагиваю его ногу. Начинаю тянуть ее на себя. Хватаю андерхук. И здесь уже движение... Можно в эту сторону его бросить, можно какое-то другое, которое у вас идет, но вы уже в атаке, у него уже серьезные проблемы, потому как проиграл он здесь все настройки с захватом, да, и андерхук, и ногу отдал, и вторую ногу, еще разок. Но затягивать тоже нужно правильно, чтобы он вас не выбросил. То есть прошли, прихватили пятку, чтобы он ее не прятал, сажусь сначала на ногу, на таз, обшагиваю. Начинаю тащить на себя, таз, падаю на бок, можно в эту сторону. Можно что-то еще, то, что у вас из глубокого идет, вариантов много. Ось, высокий уровень.